Здравствуйте, уважаемые пользователи сети интернета, любите посмотреть на жизнь в Америке, особенно канала Индиан ТВ. Следующее неприятное случилось. Вы все прекрасно знаете Юрия Владимировича Мельникова, который ведет видеоблог «Жизнь в Америке», который занимается также поставкой товаров из Америки, техники, мототехники, видеотехники, аудиотехники и всего-всего остального. В марте месяце я созвонился с Юрием для того, чтобы он мне купил и отправил ножи Микротек. Я ему перевел сумму в 6400 долларов. Он уехал благополучно в Диснейленд, видел мой все прекрасное видео. После этого человек вернулся и выложил видео о том, что он прекращает работу с поставками посылок из Америки в связи с тем, что Почта России ворует. Я набрал его, мы с ним поговорили, приняли решение, что ничего не покупаем, он отправляет мне деньги обратно. Но сегодня 7 число, 7 июля 2019 года, человек никаким образом не выполнил до сих пор своих обещаний, деньги я до сих пор не получил ни товара, поэтому обращаюсь к вам, будьте предельно аккуратны, осторожны, человек ведет себя крайне неадекватно, он даже не выходит на связь, ни на скайп, ни на телефон, ни на почту он не отвечает. Каждый день выпадает видео, когда у него рабочий день начинается с проверки бизнес-аккаунтов, поездки туда, поесть туда, отдохнуть здесь. То есть человек просто-напросто обманывает людей, я яркий тому пример, и не выполняет своих обязательств. Будьте аккуратны, не попадайтесь на уловки таких мошенников. Поэтому Юра, конечно, может быть парень хороший где-то в душе, глубоко в душе, но в связи с тем, что он переехал в Америку, он считает, наверное, что никаким образом на него повлиять нельзя, потому что никакого договора у вас не было, есть только квитанция об оплате на его карточку, бизнес-карточку. Поэтому у человека, наверное, появились сложные иллюзии по поводу того, что он может завладеть чужим и никак не выполнять свои обязательства. Будьте аккуратны, берегите себя, мир вашему дому, всего доброго.